Господин пастор, прошу вас. Именем Святой Духовной Консистории объявляю вас свободными друг от друга. Остановитесь! Привет всем. Не прошло и недели с каста про гражданский брак, так называемый. И у нас следующая новость. Некто Владимир Сысоев предлагает, что ожидаемо, внести поправки в Семейный кодекс с тем, чтобы признавать акт венчания юридически. Согласно законопроекту, повенчавшиеся россияне будут иметь равные права и обязанности с людьми, чей брак был зарегистрирован в ЗАГСе. У нас есть акты венчания, которым многие заменяют регистрацию в ЗАГСе. Предлагаю сделать дополнение в Семейный кодекс, признающий юридический статус венчания со всеми обязанностями, то есть при дележке имущества после того, как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в ЗАГСе. Таким образом, мы вернем традиционный брак, который был до революции. Ни больше, ни меньше. Ранее депутат Елена Мизулина заявляла, что в настоящее время существует тенденция, когда желающие жить вместе юноша и девушка венчаются, не вступив перед этим в законный брак. Все ожидаемо. Да? Все эти вещи были оговорены в концепции развития семейной политики до 2025 года. В общем, про это и писано, и сказано много. И товарищи это собирались делать, заявляли об этом, и они плавно двигаются в эту сторону. Так что вполне можно ждать, что, может быть, не прямо сейчас, но, в общем, эти товарищи пробуют воду. Они хотят это сделать. Это для них важный лакомый кусок. Они хотят прикрыть еще одну ветку людей, которые пытаются жить off the grid, вне системы. Заключили брак церковный, но по ряду причин решили не вступать в обычный гражданский. Естественно, их это не устраивает. Количество лохов все уменьшается. Вот, нужно каким-то образом их туда загонять. Нужен некий аналог армейского призыва, потому что добровольцев все меньше и меньше. Надо туда людей, так сказать, загонять. Кого силой, кого обманом. Естественно, по аналогии с тем, как в ЗАГСе вам не объясняют судебные практики при разводах, также вам не объяснят и судебные практики при венчании. В чем заключается главный сюрприз, о котором многие даже повенчавшиеся, наверное, не знают? Дело в том, что в церковной вселенной не существует понятия развода вообще. То есть разговорная формула «развенчать», «развести» — она разговорная, она не существует в реальной жизни. Единственное, что делает церковь в определенных обстоятельствах, она может дать, внимание, разрешение на другой брак. То есть однажды вступив в эту лужу или капкан, или назовите как хотите, единственный способ выбраться из такой лужи только один – наступить в следующую такую же лужу. То есть однажды по глупости там, или по мягкости согласившись на такое действие, вы навсегда попадаете в капкан пожизненно в этот раз. То есть единственный момент, когда брак будет считаться условно расторгнутым с церковной точки зрения – это после смерти одного из супругов. На самом деле такая ситуация существует как минимум в одной хорошо известной стране – это Италия. В Италии подавляющее большинство католики, церковный брак, в общем, совпадает, по сути, с гражданским. И тонкость в том, что развод, опять же, скорее всего, у них нет тоже формулы развода, но за католиков ручаться не могу. То, что условно называется церковным разводом, проходит лично через Папу Римского. Естественно, возможности Папы Римского ограничены, его канцелярии. И к разводам они настроены недружественно. Поэтому на практике люди годами живут во втором и третьем фактическом браке, оставаясь номинально в браке первом, который был заключен официально. Как в Италии обрабатывается ситуация, если люди, вступающие в брак, не католики, я не знаю. И как у нас будет обрабатываться ситуация, скажем, с протестантами, католиками, мусульманами, трудно сказать. Рано или поздно они и ими заинтересуются, потому что это тоже хороший кусочек, который однажды будет играть большой вес. Когда лохов станет еще меньше, то, в общем, могут взяться и за протестантов тоже. А потом, может быть, и за кришнаитов, и, не знаю, там, и за всех остальных. Возможно, господин Сысоев сам этого не знает, но его фраза «при дележке имущества после того, как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в ЗАГСе». Здесь слово «разошлась» неуместно, оно не может быть. То есть, соответственно, либо мы имеем какой-то де-факто разъезд, который на Западе называется «legal separation», когда брак продолжает существовать, но люди не проживают вместе. Между прочим, в Италии это обязательное требование перед получением разрешения на развод. А во-вторых, так называемый развод происходит только в момент вступления в следующий брак.
раздел имущества происходит непосредственно перед вступлением во второй брак. Я уже много раз говорил и писал, и еще раз повторюсь, что второй брак существует для тех, кто с первого раза не понимает. А вот эта фраза очень интересна. Таким образом, мы вернем традиционный брак, который был до революции. Интересно, в каком смысле господин Сысоев имеет в виду вернуть брак до революции? Какие черты он от него хочет оставить, а какие поменять? Это ведь очень любопытно, это значимая информация для такой реформы. Что в нем будет традиционного? Он в точности сохранится, как был до революции? Или все-таки это будет некий... Или это будет современный бленд? Кое-что мы возьмем из Советского Союза, кое-что из нынешнего времени, а кое-что из дореволюции. И что же мы решили взять из дореволюции? Может быть, мы возьмем из дореволюции, например, практику оставления детей с отцами? Очень сомневаюсь, что господин Сысоев имеет это в виду. Может, мы возьмем из дореволюционного брака супружеские обязанности? В смысле сексуального характера? Нет. Господин Сысоев, наверное, не собирается их оттуда забирать. Может быть, мы возьмем отсутствие контрацептивов? Собирается ли господин Сысоев восстанавливать традиционный брак в таком смысле? Вряд ли. А собирается ли случайно господин Сысоев ввести понятие виновной стороны в разводе, как это было в дореволюционное время? Тоже сомневаюсь. А собирается ли господин Сысоев ввести различия между законно рожденными и незаконно рожденными детьми? И ввести ограничения на то, как они наследуют имущество? Тоже очень сомневаюсь. Господин Сысоев, скорее всего, просто делает некие заявления по указке, в которых он до конца даже сам не понимает смысл произнесенного. Но для нас, как граждан, это дело не меняет. Это озвученное направление, которое эти товарищи давно хотели оптичить, и они его оптичивают. Они подходят, подстраиваются, видимо, разведывают сейчас способы, как это можно сделать. Как минимум, то, что можно быстро делать, раз уж суды рассматривают иногда совместное проживание как фактор признания при дележке имущества. Наличие бумаги о венчании, да, его можно уже сейчас, в принципе, выпустить инструкцию ведомственную, даже не обязательно проводить ее через законы. Есть бумажка на руках о венчании, а ее всегда можно получить там, в канцелярии церковной, снова и снова и снова. Пожалуйста, и вот вы уже в браке. Покуда смерть не разлучит вас. В общем, господам депутатам, всякая лыка в строку. И раз есть возможность эксплуатировать в народно-хозяйственных целях и такое высокое стремление, как религиозное чувство, можете не сомневаться, это вопрос времени. Они его накрутят и сделают из него коммерческо-юридическую машину. Церковь как-то среагировала на эти заявления, но как-то вяло. В общем, зная про церковников все, что мы сейчас про них знаем, вряд ли они как-то будут рыпаться сильно, они будут выполнять обслуживающую роль в этой системе. Что бы там про них ни говорили, про какие бы домострои ни рассказывали, я думаю, всем очевидно, что церковь так далека от патриархата, насколько можно быть от него далеким. Да, интересно, господин Сысоев собирается восстановить патриархат в его юридическом смысле? Очень любопытно. Почему-то у меня большие сомнения на эту тему. В общем, подводя черту, и верующим надо очень хорошо думать в наше время, чтобы не подпасть под каток системы. И, возможно, будет иметь смысл вернуться к временам, когда священник и вообще венчание не были необходимыми, и подавляющее большинство людей жило в браках без церковного обряда. Это практиковалось очень широко, просто многие об этом не знают. Вообще необходимость присутствия священника при заключении брака – это очень поздний институт, который появился по историческим меркам совсем недавно. Так что те, кто решил спрятаться от современного брачного института в чертогах религиозного брака, вас тоже ждет облом. Думайте как следует, прежде чем предпринимать что-либо. Меня в свое время очень плотно склоняли к венчанию, и огромное счастье с моей стороны, что я вовремя сообразил, чем это чревато, скорее всего. Не в смысле юридических последствий, а в смысле даже чисто психологических. И сказал свое твердое решительное «нет». И это было одно из очень правильных решений, принятых мной. Задним умом это было очень правильное решение. Будьте внимательны. Удачи. Продолжаем следить за новостями. А на каких условиях? На каких условиях? После узнаете.